И Сезар вручается Гийому Канне. Гаспару Лель, Пьер Нине — это уже молодое поколение звезд. Когда-то и вы были таким же. Я не вижу особой разницы между ними. Но вас все-таки можно уже отнести к зрелым актерам. Привет, мой Питошок. Я не очень понимаю, почему вы меня так видите, но вы ошибаетесь. Всего спокойной ночи. Если мы пара, это не значит, что я не занимаюсь сексом со своей женой. Занимаюсь! Послушай, сегодня я тебя трахну, как грязную сучку. Ну, это всего лишь фраза из одной сцены, в которой я завтра снимаюсь. Мне надо стать крепче, фигуру подкачать. Когда я скажу своей матери, что встретил вас, она с ума сойдет. Правда? Ну, удачи и хорошего окончания карьеры. Спасибо, пока. Маленький говнюк. Пьер, это заслужил? Я прям как будто вижу перед собой в Сен-Лорана. А ты что, его знала? Ну, не совсем. Тогда заткнись. Значит, я тебе не торт, а так, не торт! Что с тобой происходит? Я спрашиваю себя, что я здесь делаю? Вы здесь, чтобы поговорить. Для кого-то это мечта, а кого-то может и отпугнуть. Привет всем! Проклятие. Но зачем ты это сделал? Мать моя! Нет, я не могу на тебя смотреть.